максимум вернулся я на то озеро, где я был. Ходил сюда уже пешком, ну, приходил сюда с фидером. В этот раз я пришел сюда с тремя удочками, пятиметровками китайцами. И планирую половить карасика. Может, сегодня хоть что-то из этого получится. Сварил кашу своей. Вчера на печке весь вечер варил. Из насадки у нас белый хлеб, опарыш, червь и болтушка. Время 4:30 утра. И, в принципе, сейчас будем кормиться и пробовать ловить. Все, погнали.
Ну вот и все, друзья, закончилась рыбалка. Сейчас буду собираться. Я думал ошибочно, то что не клюет на фидер. Оказывается, все это правильно. Почему не клевало? Попадался мелкий карась, прям уж очень мелкий, с полумизинца, наверное. Вот. Это вот такого калибра. Я теперь понимаю, почему на фидер не попадался. Весь такой карась сейчас будет отпущен к себе в усвояси. Поймал я, наверное, с десяток таких. Попадается он и на червя, причем размер крючка весьма крупный, но вот такая вот мелюзга попадается. Это не рыбалка, это браконьерство. Решил пожалеть я немножко прикормку, насадку и оставить это все для лесного озера. Сегодня вечером пойду туда, обязательно схожу, смотрю, как что будет. Ну и в принципе все. Есть в этом пруду карась, есть хороший карась, но, к сожалению, не попадался. Поймал я два ротана, оставлю для соседского кота. Вот два ротанчика. Оставлю соседскому коту две штучки. Карася всего выпустил. Сейчас буду собираться. Поеду домой. Сейчас приедет за мной машина. Вот. Населенный пункт отвезет меня. Буду готовиться уже к вечерней рыбалке уже на другом водоеме. Ну и, соответственно, снимать. Водоем находится заброшенный, ни на одной карте его нету. Вот, я уже снимал из предыдущего видео, когда ходил за грибами, могли посмотреть на него. На этот прудик оставлю прикормку, оставлю насадку. И, соответственно, попробую, что там будет. Все, всем спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. Пока-пока.